Привет, мои фанники, и сейчас у меня для вас очень важная новость. Ну, не знаю, важно или нет, но короче. Так, дело такое. Видели мое последнее видео на канале, которое вышло 2 часа назад? Обязательно посмотрите, кто не видел, как-то так вы не видели видео. Там вы должны выбрать мне оску, просто оску. Я не знаю, как вы выберете, если честно. Мне самой понравилось первое. Да. Ну, а какую выберете вы, это уже не мне решать. Тогда все. Это вся остальная информация в самом видео. Видео недолгое, минута 57 секунд, так что времени немного не займет. А теперь переходим к другой новости, которую я как бы и хотела сказать в этом видео. Вторая новость — это я хочу сделать еще один конкурс, он, точнее, челлендж. Вопрос-ответ. Ну, то есть вы будете мне задавать в комментариях вопросы, а я буду выбирать. И на какие-то вопросы, которые вы мне напишете, я на них отвечу вам. Думаю, как бы, это можете задавать мне любые вопросы и про моих друзей, и про мою личную жизнь, и про мой канал, и про мои видео, про моих персонажей. Так что, как бы, обязательно пишите мне разные вопросы в комментариях под этим видео, и я постараюсь на все ответить, конечно. Ну, я не думаю, что я отвечу на все, но я постараюсь ответить на все. Видео, конечно, тоже будет, которое я выпущу, недолгое, ну, потому что долгие видео я не люблю, серьезно. Также хочу поблагодарить вас за столько подписчиков, я так рада! Каналу 5 месяцев, и мы уже так развились, я в шоке, просто в шоке. Спасибо, огромное спасибо. Огромное спасибо всем, кто пишет мои комментарии, спасибо вам, ребята, я вас просто обожаю. Я без Ютуба уже жить не могу, это мое второе сердце. И вы также. Без вас тоже не смогу. Так вот, обязательно пишите вопросы в комментариях, я буду на них отвечать. Ну, думаю, что все. Всем пока, фанники, и удачи. Удачи вам со школой и всем остальным. Пока.